Зачем вузу приобретать две видеостудии за несколько миллионов рублей? Онлайн-образование – это будущее, и мы должны уже сейчас создавать условия для того, чтобы наши преподаватели, наши студенты могли с ним взаимодействовать в полной мере и быть впереди всей планеты. МГУ сообщил нам о том, что им необходимо снять много контента, и поэтому мы подготовили для них комплект из двух студий сразу и установили их в короткие сроки. Внутри этого ролика спрятан секретный бонус, который понравится каждому зрителю, кто смотрит этот ролик. Не хочется сегодня углубляться в то, что мы устанавливаем на студии, само оборудование или софт, потому что мы уже много раз об этом рассказывали, вы знаете обо всем этом детали. Сегодня мы скорее порассуждаем о том, как применять такую видеостудию и как ее сделать частью экосистемы вашего заведения, школы, вуза, колледжа, чего угодно. Для чего же используется видеостудия в университетах, колледжах и школах? Например, сейчас мы находимся в одной из частей такой видеостудии, в зоне Хромакей для интервью. Это большая обширная зона, где в рамках этой зоны вы можете снимать различного рода интерактивные мероприятия, как я уже озвучил, интервью или, может быть, конференции, что-то подобное. Либо просто контент, завязанный на том, что вам необходимо заменить фон во время съемки, поставить там человека в необычную локацию. Таким образом, вы можете экономить бюджеты на том, чтобы вывозить ваших спикеров куда-то, выставить на фон презентацию, либо какие-то видеоматериалы и получить тот контент, который поможет вам сделать более интерактивное видео, вовлечь ваших обучающихся еще больше в тот материал, который вы преподаете. Ну и, конечно, повысить качество образования, потому что чем более насыщенный материал вы делаете, тем легче он усваивается вашими студентами. Сейчас наши ребята как раз занимаются тем, что делают работы по видеостудии, идет замена фона. Сейчас будет устанавливаться фон хромаки, который уже будет на постоянной основе использоваться в этой части студии. В остальных случаях используются специальные автоматические фоны, которые видно, то, что расположены выше. Они управляются с пульта, и вы выбираете тот цвет фона, который вам необходим. Одним из основных для МГУ был выбран хромаки, потому что у них идет частая замена фона на презентацию либо другие локации. Для чего люди меняют фон? Для того, чтобы поставить себя в более красивую картинку. Может быть, для того, чтобы сделать более информационным его. Или создать эстетическую картину, в которой будет более комфортен просмотр. У всех разные задачи. И с хромаки вы можете пользоваться любой из них. Видеостудии, которые мы поставляем в учебные заведения или коммерческие структуры, специально разработаны для создания видеокурсов, онлайн-лекций, проведения прямых эфиров и вебинаров. В таких видеостудиях все настроено таким образом, чтобы преподаватель не задумывался о технических тонкостях настройки записи урока, либо программного обеспечения для проведения прямого эфира. Здесь все запускается с одной-двух кнопок. Таким образом, вы можете заняться тем, что вы больше всего любите – созданием и обучением. При работе с нами у заказчика есть возможность создания своей собственной комплектации. И тогда какие-то уже базовые наши комплектации мы можем дорабатывать и дополнять необходимое оборудование. Например, в этой студии мы установили такого рода светильники с сотами, то есть вы их можете наблюдать. Это был запрос от нашего заказчика, мы его реализовали и теперь получили прекрасный инструмент для работы в рамках такой большой видеостудии. Вы часто сталкиваетесь с тем, что вам нужно отснять материалы. Как много времени вы на это тратите? Вам нужно найти оператора, монтажера, человека, который напишет вам сценарий, подготовить презентацию. Со студией «Видеодоска» таких проблем нет. Вы позвонили нам, договорились о том, что вам нужно, поставили, снимаете видеоконтент. Так что же в итоге получает человек, который приобретает такую видеостудию? Он решает все вопросы по цифровизации обучения, создает удобный инструмент для преподавательского состава и управляющего состава по съемке всего онлайн-контента. Такую видеостудию можно приобретать и через тендерные площадки. Она отвечает запросу на импортозамещение и, конечно, российский софт. Все внутри, все подключено. И самое важное, наши студии работают в том числе и под управлением операционной системы Linux. А чтобы вам было интереснее смотреть этот и следующие ролики, мы предоставляем для вас промокод SVETAK. Прям так и напишите SVETAK нашему менеджеру или скажете по телефону и получите 5% скидку на приобретение любой видеостудии под ключ из представленных на нашем сайте, а может быть и на кастомную тоже. Звоните и узнавайте.